29 ноября в Северском доме культуры состоялся районный фестиваль-конкурс «Мы есть у тебя, Россия» среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие организовали в рамках проведения декады инвалидов. С приветственным словом к собравшимся обратилась начальник районного управления культуры Галина Куролесина. По сложившейся доброй традиции фестиваль проходит в преддверии Дня людей с ограниченными возможностями здоровья. Наверное, каждый из нас может усомниться в названии этого дня. Мне кажется, что это день людей с безграничными возможностями и очень большой и крепкой силой духа. Участники соревновались в нескольких номинациях. Показали свои таланты мастера декоративно-прикладного творчества. Из их работ в фойе Дома культуры организовали целую выставку. Также на конкурсе выступили авторы собственных произведений и стихотворений, солисты и коллективы с песенными номерами. Неужели только телеграмма позвала вас к скорым поездам? Слушайте, пока у вас есть мама, приезжайте к ней без телеграмм. Конкурс прошел в теплой, дружеской атмосфере, ведь главное в нем вовсе не победа. Эти мужественные, талантливые и крепкие духом люди могут служить примером для каждого из нас. Несмотря на проблемы со здоровьем, они стараются жить яркой, насыщенной жизнью. И это у них отлично получается.